Петербургские фотомодели выпрямят ноги в Москве. Левица и Симони из реабилитационного центра «Велес» сегодня сделали плановую операцию по исправлению приобретенного дефекта. Напомню, из-за неправильного содержания у предыдущего владельца животное заболело рахитом. У большой кошки искривлены все лапы, притом одна короче других. И вот первые кадры из клиники. Как видно, московские ветеринары не устояли перед обаянием петербургской львицы. Большая кошка быстро нашла поход к анестезиологу. Вся операция продолжалась около 20 минут, больше заняла подготовка к ней. Симоне пока исправили только одну лапу, чтобы полностью не лишать животное возможности двигаться. Сегодня все прошло хорошо. Через 3 недели контрольный рентген.